Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня будем готовить сазанчика по дальневосточному. Я его предварительно разделал, вырезал хребет. Чешуя не снимается, остается. Она у нас будет как тарелка. Сейчас по нему делаем. Сазан предварительно посолен, поперчен и маленько травкой посыпан. Ну, это на любителя. Разрезаем дошку до чешуи. Такие надрезы делаем. Так. Это нам уже подарили с тобой. Не надо, не мешайте. Делаем надрезики. Так, вкладываем его в шарабанчик. Шарабанчик мы кладем. Я грушу использую. Кому как нравится. Так, сейчас. Здесь у меня смесь майонеза и горчички. Обмазываем все это дело. Сейчас сделаем, ага. Сейчас. Все это дело смазываем. Так, майонез и горчица. Да нет, он спросил вам, где картошка. Где картошка? Подписывайтесь на мой канал. Обязательно. На его канал не подписывайтесь. На мой подписывайтесь. А на твой? Ссылка будет в описании. Даже ссылка будет? Да, скорее всего. Так. В голову кладем желудочек. Ой, попало на пузырек, вот эти картошки стоящие. Укладываем лучок. Много в луку кладем. Не жалеем. Он нам даст сок, напитает нашу рыбку, и это будет обалденно вкусно. Да, всю, конечно. Уложили лучок. Так, да нет, давай помидоры. Укладываем помидорки. По поводу разделки рыбы. Есть замечательный канал, который так называется. Правильная разделка рыбы. Да, обращайся. Они вам все расскажут, покажут. Ребята, мои друзья. А у меня канал. Я тоже хочу посмотреть. Посмотри. И все. И как фамилия, имя, отчество? Данил. Смотрите. Засыпаем болгарским перцем все это дело. Щедро. Овощи не жалеем. Кто-то если любит какие-то другие овощи, кладите, используйте смело. Ну, на даче у нас тут есть зеленюха, но я не люблю. Этого достаточно, на мой взгляд. Сок выливаем. Вот так. Вот примерно то, что у нас сейчас получилось, должно случиться у вас. Так, сейчас немножко прервемся. Продолжаем съемку. Сейчас укладываем картошечку под сазанчика. Поднимаем, чтобы у нас получилась тарелочка, чтобы у нас ничего не вытекало. Вы еще не подписались на канал? На твой нет. Данил, дай ножик. Вон торчит в пеньке. Укладываем под картошечку. Вот так, раз. Приподняли все. Оставшуюся кидаем просто так. Это будет отличный гарнир под наш шарабанчик. Вот сюда. Все, картошку используем старую специально, потому что молодой нету шкурки. И она у нас не пропечется так, как нужно. Молодая вырастет.
Открываем шарабанчик. Обратите внимание на шарабан. Сделан из электрического щитка. Очень удобно. Пойдем, поставим на огонь. Даже не раз в шарабане, наверное, ничего не делаем. Опа! Поставим на огонь. Все, засекаем минут 40. Так, ну так, друзья, давайте сейчас заглянем в наш шарабан. Обратите внимание, под шарабаном сильно большой огонь не нужен. Так, чуть-чуть и все. Чтобы он не сгорел. Его надо открывать время от времени, чтобы вышел дым, а то будет горчить. Сейчас еще один защелку. Вот, надо выпускать вот этот дым. Обязательно, а то будет горчить все. Да. Закрываем. Снова. Открываем наш. Здравствуйте. Штука у нас получилось.